Всем снова привет. Ну что ж, мы продолжаем тут бегать по Норвегии, там стрелять, убивать. Ну а сейчас главная задача у нас уничтожить электрические подстанции. Погнали. Тихо, ты чё так шумишь? А, вот эти. А, то есть вы весь этот шум гам не слышали, хотите сказать? Так, а как мы их уничтожать будем? Тихо, тихо, тихо. Что, ты пойдешь туда? Ну, пометь мне его. О. Надо начинать их валить, короче. Вау! Я и подходить-то к тебе особо близко не хочу. Под контролем. Так, замечательно. Ну, я думал, это займет большее количество времени. Если бы я знал, что это так быстро, я бы это еще в прошлой серии сделал. Так, это назад, да? Окей, идем назад. Надо подняться наверх тогда. Здесь пройдем. Ну, обойдем просто, соответственно, там и все. Чтобы ни с кем там не встревать. Так. Вы мне на лыжах предлагаете херачить? Он тут вон. Опасность повсюду. Вы что, гоните? Охренеть!
не хана. Мда. Сольвейк фиа Бьёрнстад. Ладно, надеюсь, мне хоть сначала не придется уничтожать все это дело. Ну, вроде как нет. Тут же нету выхода вроде. А, есть, замечательно, а я там крюк такой делал. Меня тогда здесь спалили, значит. Вот этот, зараза, меня спалил, походу. А тут как-то не пройти? А, все, я вспомнил. Да-да-да-да-да. Я вспомнил это бревно. Да как? Попробуй поймай еще. Вот так вот. О, вы здесь все зареспаунились. Да, было забавно. Опа. Come in. Сюда. Тебе не холодно, мамань? Last wheel, eh? В грузовике. Это наш шанс, скорее всего, пока они не пересекли мост. За ними, это наш билет отсюда. Прекратите, достаточно, не надо больше. Достаточно. Хватит уже смертей. Пора открыть глаза и увидеть, что здесь творится. Вам не стоит в этом участвовать, лейтенант. Хватит, прошу. Опустите оружие. И командос. Командос тоже. Сальвейк. Это не командос, она моя дочь. Моя дочь. Грузовики. Ни одной капли. Ты поняла? Я люблю тебя. Выжил.
выжила. Я думал, там вода, она ее прям на землю кинула. Жесть какая. Ладно, хоть болеть не начинают, как ненормальные. Так, ага, ни лыж, ничего у меня нету. Одни лишь ножики. Источник тепла? А где я его найду? Ее нельзя. Ну ладно, погрелись, идем дальше. Нам пришлось обойти. Так, там пацаны тоже гуляют. Тихо. Да ладно, вот вы тупые. О, у вас гусеница сломалась, все понятно. Странно, сейчас перезарядилась, ну окей. Да, я, видимо, поспешил как-то с выводами, что нужно было электростанции уничтожать в прошлой серии, потому что тут еще есть контент, который надо проходить.
горит. Ой, увлекся немного. А дробовик-то не оттает. На нем такая изморозь. И не. Окей, ладно, идем. А, ничего себе. Сумка сама полетела в тайник. Мистер Сумочка, стойте. Да что? Ух. Ну вот, хотели воду, получайте. Сальвейк, мама. Сальвейк, ты должна идти. Так бумаги промокли. Я сделала это ради тебя. Я должна уйти ради твоей же безопасности. Мама, не уходи. Иди на мой голос. Ты должна выжить. Ты мне нужна, мама. Возьми меня с собой. Ты не должна останавливаться, Сольвейк. Какой-то свет. Не засыпай. Очнись. Это что еще такое? И вот этот маленький домик нас спасет, если это какая-то лавина. Сульвей, окно! А почему свет?
Как вы можете понять из прикрепленных документов, ситуация хуже, чем мы думали. На фабрике производится тяжелая вода. Это ключевой компонент новой невероятной опасной бомбы, над которой сейчас работают немцы. Груз с ней отправляют в Германию завтра, и мы должны этому помешать. Как только она будет готова, в руках фашистов окажется сила, способная уничтожить целые города. Но без той самой тяжелой воды у них ничего не выйдет. Миллионы жизней теперь в ваших руках. Позаботься о моей дочери Сольвейк. Хоть она и считает себя взрослой, но это не так. Однако Сольвейк намного опытнее, чем думает. Ее жизнь, как и жизнь всех наших детей, зависит от того, попадет ли тяжелая вода в Германию. Так. Хорошо, мама, ты оставила мне инструкцию о том, как помешать немцам получить тяжелую воду. На складе они загружают транспорт тяжелой воды, нужно уничтожить его. Немцы хранят данные о сопротивлении в полицейском участке, их нужно уничтожить. Ух. Во дела. То есть это еще вообще далеко не все. Ничего себе, ты прям в гору можешь заезжать. Наверное, опять самое тяжелое место выбрали, едем туда. Собственно, как и было в позапрошлой серии, когда мы пытались аэродром уничтожить. Я хоть там и вырезал большую часть, но сам факт, что было достаточно непросто там. Ой, у меня пистолет с глушителем забрали. Ладно, хоть ножики оставили. А, то есть это мы еще не пришли еще. Около 200 метров. Должно быть, это та деревня, что была на схемах. Нужно отыскать полицейский участок. Так. Так, ну, вроде бы окей, ладно. Не так уж вас тут много. Ну, это опять же непонятно, кто в зданиях еще есть. Так, ну я и тут могу спуститься. Жив. Господи, эта карта напоминает карту из Battlefield 2142. Вот прям что-то вот безумно знакомое есть в этом всем. Может, потому что там были такие же домики и была зима. Хрен его знает. А, господи. Еще я вот что думаю, нужно в привязке клавиш бросок гранаты поменять на. А где он? А, во. Бросить гранату. Нельзя. Я хотел колесико нажать.
А его нельзя нажать, сука. Нельзя на колесико забиндить. Кто бы мог подумать. Так. Тихо, друг, тихо. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ага, хорошо. Противотанковая. Еще у них тут. Что? Меня кто-то увидел? Вот в этот дом нужно, судя по всему. Так, лучше их тоже пометить. Лишним не будет. Они постоянно так кричат, что как будто бы тревогу подняли. А это они просто разговаривают. Ну это, блин, неудобно очень. Так, у них там снайпер есть. Они там немного на ушах ходят. Не знаю почему. Явно не моя заслуга. Так, ну мы их обошли. В документах упоминалось место под землей. Ага. Тихо. Фух. Так, это не то. А, похоже, нам не в дом даже. Нам под дом, но через дом туда не попасть.
Да, особо легче мне не стало, конечно. Блин, а чё ты не слазишь-то? Чё ж ты всё спрыгиваешь-то? Так, ну, снайпера вот этого я могу убрать, но толку-то мне от этого. Никакого хорошего. По-любому, где-то вход с улицы нужно искать. Как назло, вот, наверное, где-то, где их много. С этой стороны нету. Блин, а чё здесь так мало дверей-то? Так, надо нож забрать. Ну, если начнется возня, я хотя бы прикрыт буду. Алло? Так, это мне не нравится. Что-то увидел. Не ясно, что он там увидел. Да, позиция у меня тут не самая лучшая, конечно. Тихо, не гунди. Алло? Нашел. Den metallluken. Так, железная дверь, да? Det här, jag måste ödelägga allt. Ok, två igen. Чирик-чирик-чирик. Все, тикаем-тикаем-тикаем. Да ладно, это у нас сам впервые получилось сделать что-то по стелсу. На лыжах, по льду. Эхей. Так, вот до этого ближе. До того 550 метров, до этого... Около 400. А вот и док, немцы хранят тут запасы тяжелой воды.
Да, правда. Что? С не очень удобной стороны мы тут зашли. Я вообще думаю, может оставить на следующую серию вот это вот. Вот эту вот возню всю здесь. Потому что я либо сейчас еще, ну, предположим, уничтожу это место, да, а следующая серия у нас будет такая, не знаю, минут 10-15. Может, мне кажется, это последнее задание, потом уже ничего не должно быть, да, и времени у меня не так много. Так что, наверное, да. Здесь мы с вами лучше закончим, а продолжим уже в следующей серии. Вот, благодарю за просмотр, всем пока.